Всем привет, мои дорогие подписчики, с вами Дарт. Сегодня я начинаю, так скажем, прохождение игры ARK Survival Evolved. Так, высадился я на каком-то сервере, на каком-то острове. Тут уже сразу бронтозавр нас встречает, к сожалению, ночь. Мне холодно, как было сказано. Так, это я могу собирать. Как тут собирать вообще? А во. Понятно. Понятно, идем, собираем. Ночью, конечно, вообще не вариант было высаживаться, потому что не полюбоваться красотами острова. Так, чувак, что с тобой происходит? Так, хватит греметь. Вообще нифига не видно. Вот пара зауролов у нас тут застрял тоже. Так, ладно, не толкайся. Так, сейчас мне нужно дерево найти. Вот оно. Чтобы хотя бы, я не знаю, факел-то у меня вряд ли прокачан. Ну, там нужно в инвентаре что-нибудь открыть. Так, это что у нас? Кто там плавал? Мегалодон, что ли? Плавник такой из воды торчал. Так, я нифига не вижу. Блин, где дерево? Было же тут только что. Вот оно. Так, собираем только. Вот, одно дерево найдено. И уничтожено. Так, здесь что-нибудь есть? Здесь же кусты вроде были. Так. Так, это у нас карта. Карта. Так, вот это я посвистел кому-то. Обернулся. Вот это я даже не хочу знать, что я сделал. А, это тот мужик ходит. Спрятался. Так, вот. Что мне нужно для факела? Флинт. Так, этот я могу сделать, да? Пусть создается. Так, вот. И давай ко мне в ручки шляпу. Что, нельзя ее так одеть, что ли? А, ладно. Так, надо искать флинт. Это янтарь, по-моему. Так, левел ап сделан у меня. Так, я взял. Чё, я застрял, что ли? Чё за фигня? Ладно.
Так, на В у меня открывается. Так, прокачиваем. Ну, давайте здоровье. А, 8 очков. Кампфайр. Молот. И пока все, потому что тут по 3 требует. У меня только 2 очка осталось. Вот, начинает светать. А, вот. Я думал, что я застрял. Вот, давай. Собираем дерево. Упала. Так, вот эти кусты, что тут вообще? Нельзя собирать, да? Факел нужно. Для факела мне нужен этот янтарек, фибер. О, флинт, точнее, флинт мне нужен. Так, флинт имеется. Все отлично. Все хорошо. Так вот. Скорчить может. И этот сюда же. А, ну ладно. Сказали, нельзя собирать, пока в руках этот молот у меня. Так, вон там у нас кто-то плавает. Даже не хочу пока знать, кто это. О, Додо. Иди сюда. Самец Додо. Все, что ли? А, ну да, он на первом уровне. Так. Эй, эй. Пять кусков мяса. А так их можно просто так есть. Дождь пошел, супер. Ну-ка, я просто хочу попробовать, можно ли его харчить. Можно. Так, разумно будет факел не тянет. Пока по берегу бегаю, сейчас вот найду где-нибудь подъем и поднимемся. Так, ладно, будем собирать дальше дерево. Так. Ресурсы лишним менее бывает. Давайте еще вот камень подолбим немного. Так, мне послышалось? Твою дивизию! Плевал меня, козел. А все, убил, да? Отлично. Козел он такой. А, меску испарилась. А, там я что-то подобрал, шкуру какую-то.
Так, развалили камень. Пока я особо не понимаю, что происходит. Ладно. Так, давайте новый молот сделаем. Что он мне скоро пригодится. Пока нужно сходить ягоды собрать. Чей-то скелетон валяется или что это? Вот ягоды. Отлично. Идем дальше. Так вот. Собираем ягоды. Отлично. Так, Дода пока не буду трогать. Так, еще надо, потому что я голодный, да? Еда 12 всего. Эти ягоды еще засунем. Так, насытился немножко еще. Все ягоды надо захарчить. И хорошо будет. Так. Отлично, еще немного я продержусь. Так, это что там? А, это я факелом кого-то ударил, да? Мне показалось, что я это увидел змею. А тут факел мне не нужен. В данный момент. Упс. Кто это? Кто кричал? Хозяева? Хозяева леса вот здесь? Здесь точно рядом какое-то животное было. Только его хрен услышишь. Точнее увидишь. Я вообще не понимаю, откуда в папоротнике ягоды. Ну да ладно. Так, опять уровень повышен, отлично. Наркоберри. Наркотические ягоды какие-то, что ли? Фига себе тут подъем. Да. Куда пришел, сам не знаю.
Так, ну вот, может, сейчас я поднимусь, не? Упс. Это кто там ходит? Это раптор. Твою мать, он меня заметил. Это даже велоцир... Это еще... Это кто это? Ютараптор, что ли? Иди сюда. 19 уровень, да мне жопа. Я тоже так думаю. Надо бежать. А, он быстрее меня. Нифига себе. Козел. Все, мне уже, мне кажется, не скрыться. А это кто? Это мамонт? И трицератопс, да? Круто. Вот и повидали животных, только... Не нравится мне то, что у меня глючит, и за мной итераптор гонится. Еще в шары светит, ничего не вижу. Мейлораптор, точно. Да хватит пугать меня. Так, я что, на нем сижу, что ли? Упс. Ахаха. А ты чё, брат? Я не хотел сваливаться. Круто. Ау, больно. Давай, как мужик, чё ты? Да ладно, я его убил. Жесть. Вот это жесть. Уйё, Аргентавис, мать твою. Блин, денёк не мой сегодня. Давай, налетай. Класс, меня убили. Аргентайс на втором уровне меня грохнул, а раптор на 19-м нет, да? Класс. Так, вот я очнулся где-то. Тут чей-то домик. Так, ну вот у меня все сохранилось, только я потерял свое оружие, а вот прокачка вся сохранилась. Так. Так, отлично. Копье. Это что такое? Без понятия. Давайте брюки. Отлично. Так, что нам нужно для брюк? 50 фибер. Это капец, их собирать, ей-богу. Так, сейчас главное, чтобы вообще без всяких там динозавров, убийц. Так, ну здесь вроде никого нет. Да, тут никого нет. Будем спокойно собирать, набирать 50 фибер, чтобы сделать себе штаны. Так, что-то пока фиберов вообще не дают нам. Вот, 5 штучек, маловато. Так, 3 вообще не дали ничего. Так, опять ягоды, сплошные ягоды. Дай мне с вашими ягодами. Так, вот, 4 штучки, 10, отлично, это уже лучше. Так, все, ничего не осталось.
Так, вот еще 6, 11, отлично. Так, вот 7 еще штук. Так, вот еще 6. Отлично. Так, 5, 10. Мне жарко. Круто. Сейчас пойду искупаюсь. Пока что 3 фибера только. 6 еще. Ладно, пойдемте окунемся. Потом зайдем сюда, еще соберем древесины, камней. Может быть, сделаем этот молот, который ресурсы собирает, потому что он мне... Ну... Опа-на, видите, да, там акулы плавают, жесть. Мегалодоны, блин, вышли на мелководье. Может, получится мясо собрать, если там один из них труп. Так, опасно, надо поглядывать. В любой момент могут напасть. Так, ну вот, скажем так, я охладился немножко. Так, камни, камни собираем. Походу, да, походу, вот этот большой, который валяется, это трупак. А вот этот около него крутится, это что такое вообще? Так, ладно, заходим в наш инвентарь. Можно создать штаны. Что нам для этого нужно? Дерево, понятно. Отлично. Чё, руками мясо не соберешь, к сожалению. Так, а вот это дерево подойдет в качестве... Ну-ка. Да, подойдет. Так, отлично. Теперь мне нужно 10 еще этих штучек. Так, вот еще дерево есть. Так. Вот это что такое? А, текст писать? Не, не хочу. Так, еще 5 штучек. Еще одно деревце надо найти. Так, у нас опять улучшенный инвентарь. Можно еще что-то прокачать. Это все, конечно, хорошо. Вот дерево тут рядышком. Так, стоять. Бей дерево. Давай, 5 штучек мне надо. Отлично. Можно создавать. Мне послышалось? А, там вон птеродактиль. Точнее, птеронудон ходит. Нет-нет-нет, подожди, братан. Не трогай меня. Ты опасный, блин. Что-то сегодня за эту игру успели всех повидать, кого можно. Так, уровень пока не будем повышать. Где труп мегалодона? Неужели уже испарился? Блин. Не, ну нырять я точно не хочу. Ладно. Так, кто тут? А, это дерево, я думал, кто-то ко мне сзади подошел. Так, ну давайте поглядим, кто у вас тут плавает. Так, ну здесь пусто. Рыбёх пока... Вон там кто-то плавает. Это либо мегапиранья, либо латимерия. Так, давайте глянем.
А, это черепаха. Давайте посмотрим, получится ли у меня черепаху завалить. Так, ну я все боюсь, что на меня какая-нибудь здоровенная фигня нападет. Вон тут рыбка еще плавает в Латимерии. Но мне нужна вот эта черепаха. Так, ладно, всплываем. Не-не, всплываем. А, теперь она меня бьет. Да тут когда мы выйду я уже на сушу-то, япона мать. Да жив, я жив. Чуть не задохнулся, блин. Давай, иди сюда. Видимо, молотом глупо ее бить. Так как урон вообще минимально наносит просто. Поэтому надо быстрее бежать. Собирать. Что-нибудь нужное для... Так, убери ты молот-то. Мне камни надо собирать. Так, все, они отстали, да? Нет, еще идут за мной засранцы. Так, надо боевой этот топор сделать. Так, что там для него надо? Камни, по-моему, дерево. Камней тут полно. Так, эти ребята. Но пока я их не вижу. Зайдем в инвентарь. Так, для боевого молота. Что так вот, молот. Что мне надо? Один флинт и 10. Ага, понятно. То есть сейчас опять этой штукой надо поработать. Вот они идут за мной, засранцы. Они всю жизнь меня будут преследовать, походу. Ой, это я. Извиняюсь. Отлично. Теперь нужно немного камень подолбить. И можно с той черепахой вступать в равный бой. Ладно. Так, ну чё, держись, черепаха. Так, я тебя слышу. Ты где? Покажись. Я не кусаюсь. Я только молотом по роже тебя заряжу. Иди сюда. Я пропал в текстурах, черепахи. Вы что, еще живы, что ли? Да япона мать. Иди сюда. А почему вы вдвоем ходите? Не расскажите мне. Как вы меня выбешиваете. У меня переломаны кости, что ли? Ну-ка, огнем. Зачем мне искали использовать огонь? Я не понимаю. Иди сюда. Окей. Да им пофиг.
класс. Меня убила черепаха. Я очень медленно осваиваюсь в этой игре. Ой, давай рандомную локацию. Ну, я же не знал, вот опять она. Но я ее пока не буду атаковать. Пока давайте-ка пособираем ресурсы. Там, видимо, я случайно двух задела, поэтому мне кара небесная. Так, камни, 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 камни. Ну, мне опять нужно 50 фиберов на штаны. Ну, собирай дальше-то. Ну, вот кустик-то стоит, вот он. Господи. Так, мне все равно нужно дерево, да? Где оно тут? Вот оно. Ладно. Так, зайдем в инвентарь. Прокачаем что-нибудь. Что прокачать? Даже не знаю. Давайте энергию нашу прокачаем. Так вот. Штаны, это что такое? Фундамент какой-то. Это какие-то ворота. Вот, отлично. Так, ну вот это что? Это штаны, да? А это что? А, это рубаха, отлично. Так, на эту нужно 50 фиберов, на эту 40. Так, опять эти черепахи. Ну, сейчас я с ней поквитаюсь точно. Получится сейчас у меня. Сейчас только наберу нужные материалы. Так, это кто? Это Дода? А, ну ладно. А то он меня пугать уже начал. Так, фиберы, фиберы. Фигаро, фигаро. Так, пойдемте немного камень подолбим. Это кто тут тоже что-то строить, видимо, собирался. Дода пока убивать не буду. Вот это вообще супер. Пусть пока бегает. Может, лучше против черепахи копье использовать? Что? Класс. Этот камень бить нельзя. Давайте тогда вот этот побьем. Нужно будет уже начинать обустраивать жилье, а иначе респауниться в разных местах придется. Так, если есть домик, то можно в одном месте респауниться. Металл, да нифига мне твой. Вот, флинт. Ладно. От...
будильник почему-то стоял на это время. Ну давай, создавай. Так. Так, и рубаху. Так, что мне нужно для копья? Для копья мне нужно еще дерево. Чё это было? Вот это вот. Кто меня... Твою дивизию! А, меня какой-то чувак убил. Супер вообще. Класс. Только начал что-то делать. Твою дивизию. Капец. Так, что я сделать-то могу? Я все же труп. Или нет, я жив. Меня типа обокрали, что ли? Что за херня? Да заткнись ты. Да, у меня весь... Говно ты собачье! Куда ты уперся? Вон... О, скоты! Вот таких из-за скотов потом... Да пошел в жопу вообще. Даже уже спиной повернуться нельзя. Блин. По-любому же не русский. Вот по-любому же. Русские так не делают, мне кажется. Так, надо искупаться. То я, мне горячо. Говно, я столько собирал, блин. Так, это кто там? Мегалодон? Ха-ха, прикольно. Ой, нет, не прикольно, их там двое. Ну нахер. И черепаха такая рядом с ними, плавает спокойно. Дода, ты оставил кое-что. Не забери. Вот этот гандон. Вот если я его найду, я его... Не знаю как, но я его убью точно. Опять эти фиберов собирает и заколебало. Да! Скотина, твою мать! Баран тупорылый. Никак не дают нормально начать. Ну что за нелюди тут? Так, вижу постройки, значит, ну нахер надо. Побежали в обратную сторону. Может опять какой-нибудь козел убьет меня. Че я вообще мог кулаками против его топора сделать? Так, ну в принципе... На этом, пожалуй, можно и закончить. То есть в этой серии я хотел что-то начать как бы себя там приодеть, я не знаю. Что-то начать делать уже там, прокачиваться, не знаю. Ну, здание строить я в этой серии не рассчитывал. Тут нас сколько раз убили. Победили Раптора. Но проиграли Аргентавису. Убили Дилофазавра, повидали Мамонта, Трицератопса. Тирекса мельком, посмотрели на Мегалодона, на черепаху Кабониферос, по-моему, называется она. Познали боль. Вот, но надеюсь, в следующей серии я уже буду более таким собранным, так как я уже, ну, немножко таки освоился в этой игре. Вот, надеюсь, не будут попадаться какие-нибудь козлы, которые будут нас просто так убивать. Ну что ж, надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я буду дальше продолжать освещать эту игру. Можете со мной на серваке играть. Если что, я постараюсь выложить, ну, название сервера, на котором я играл. Ну, на котором я буду в основном играть, мне кажется. Я не люблю серваки менять каждый раз новый. Вот, ну что ж, увидимся с вами в следующей серии. Спасибо всем, что нашли как-то, ну, зашли на мое видео или подписались на мой канал. Вы точно не пожалеете. Всем удачи, хорошего настроения и до скорых встреч.